Добро пожаловать в Стамбул. Такой вот здесь порт. Посмотрите, какой лайнер. А почему ты не круизный с аквапарком? Миу-миу, Гуччи, корнеры вот эти наши. Куда вот эти корнеры сейчас, понимаешь? Как вот с ними сейчас? Ты можешь их забрать и открыть маленький магазинчик. Она шла с российского рынка или вообще у российского? Сейчас же не надо. Так, спустились еще пониже. Первая линия. И вот там вот телебашня вдалеке. Ну и, конечно, круизный крутой очень. Правда, он вид нам загораживает, но все равно красиво. Да, тут мы с вами смотрим на пролив Босфор. Пойдемте дальше. Ты кто такой красивый? А? Ну иди сюда-то. Иди-ка, иди-ка. Нет, не хочет. Яблоки надо есть. Я видел, пить красное вино, кстати, Настя. Да. Это самая старинная кондитерская. Красивая. Вот они все делают. Всякие штучки. Hi. Just browsing. We're there. Такие вот штуки. Выбор дня сегодня крем-карамель. Просто молоко девственницы. Молоко девственницы с фисташками. Гигантский. Но ребенок говорит, что нет. Нормальный, маленький, маловато будет. И сладости Востока. Так что, ну, отведаем. Отведаем легендарные кондитерские сласти 1864 года. И она не хочет туда прыгать. Может быть, хочет. Такая вот галерея. Современное искусство. Такая девушка заточила себя в клетку с попугаем. Безвыходности. Вот она же. Я думаю, это она же. Добрый вечер. Добрый вечер. Очень красивый магазин со всякими объектами. А это магазин. Арт-магазин. Это все ты тут покупаешь. Очень красиво. Очень. Тут именная коллекция ваз. Знаешь, уже ушли. Ромочка, стой. Они ушли. А там вы будете пугать, что они ушли.
магазин «Книголюб». Красивый. Королева Шантеклера. Ой, ты моя хорошая, манька. Пошла. Так красиво в этом ресторанчике на крыше. И тут вот мне принесли такой блинчик из кабачка с рыбкой, с соусом таким йогуртовым и с икрой. В общем, очень симпатично, мне кажется. И у Тимы вот такой покебол, тоже классный. Football. У Насти шикарный сэндвич с моцареллой. У Рамусики у нашего митболы. Самые, по-моему, вкусные в нашей компании. И у Алексея манты. Да, у меня тесто от мант. Тесто от мант микроскопические просто. Манты рекордсмены мира по их немантовости. Абсолютно. Вот такое вот кафе. Здесь вид, там вид. Не взяли. Мы падаем. Мама, мы падаем, бойся. Бойся. Давайте на минус второй. Это не наш этаж. Да кто такой хорошенький маленький тут сидит? Хороший. Очень красивые тюльпаны. Так, вот такие старинные византийские мозаики, еще сохранившиеся, представляете? Красивые. Мелкие-мелкие. Какой-то век. Так вот, некоторые из них 500 года. Такие вот едут на конях. Ой, нет, на верблюдах, девочки. С птичками. Степа. Стёп. Степан. Стоит. Стоит. Степа. Так, вот это вот Хилтон? Хилтон местный. Очень, кстати, симпатичный. Все метут. И везде розовые тюльпаны. Кафе здесь. Сейчас мы что-нибудь перекусим. Тюльпаны классные, конечно. Смотрите, какие красивые здесь храмы. Мечети. Мечети.
Святой Софии, это Святая София, если я не ошибаюсь, ну да. Мы зашли уже на его территорию, здесь, конечно, колоссальные постройки. Сейчас, наверное, придется нам, надо будет разуться, а может быть и нет, я не знаю. Заходим. Это что-то невероятное. Дух захватывает от такой красоты. Какой он красивый, видите, а внутри, конечно, такой прям мощный, мрачный, но волшебный, конечно, место. Белая, грязная, злая, злая, очень злая, очень. Но красиво. Пришли пообедать. Ну и заодно, видимо, и поужинать. Да. У нас уже ушли. Ромочка, стой. Да они уже ушли. Пойдем, вы будете пугать, что они ушли.